Накануне вечером в многоэтажке на Тухачевского разыгралась целая трагедия. Загорелась одна из квартир. Об этом сообщают открытые окна и выбитые двери. Неладное почуял один из жильцов. После ночной смены мужчину смутил едкий запах дыма. Обойдя квартиру вдоль и поперек, горожанин вспомнил про соседей. Сначала второго, что телевизор сидел, смотрел, почувствовал запах дыма. Пошел у себя, проверил все, вроде ничего нету. Вышел на площадку, ну там уже чувствуется дым. Пошел по стейку по подъезду. Смотрю, 22-й квартиры дым идет. Позвонил несколько раз, дверь никто не отвечал, ничего, сразу набрал 101. На место ЧП незамедлительно выехали пожарные расчеты. Проникновение спасателей в квартиру затруднила металлическая дверь. Тогда была поставлена задача попасть в квартиру через балкон. Скорая, встать! Здесь! Попали в квартиру. В ходе разведки дальнейшего был обнаружен пострадавший в бессознательном состоянии. Пострадавший был эвакуирован на свежий воздух. В результате пожара повреждены элементы интерьера. Под окном погорельца расположился поврежденный диван, а запах дыма чувствуется еще на пороге подъезда. На данный момент причина такого пожара уточняется. Одной из вероятных версий такого пожара могла быть незатушенная сигарета. К слову, это уже второй пожар за неделю, где вероятной причиной ЧП специалисты называют незатушенную сигарету. Правда, в этом случае хозяину придется лишь отремонтировать пол, купить новый диван и ковер. Во втором же переездном переулке нерадивые жильцы лишились целого дома. Виктория Поливко, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.